На сегодняшний день, в соответствии с решением исполнительного комитета, компания ООО «Укртранс Групп 2005» проводятся работы по благоустройству территории пляжа. В рамках своей территории проводится благоустройство, связанное с текущим ремонтом подпорной стенки. В дальнейшем планируется благоустройство прилегающей территории. Это обустройство смотровой площадки и вдоль подпорной стенки со стороны склона обустройство пешеходной зоны с замощением тротуарной плиткой. Также будут установлены скамейки, урны и выполнено соответствующее благоустройство. Территория на пляже «Дельфин» между траверсами 15-16. Это в районе пляжа СБУ под санаторием Одесса. Должны быть выполнены, соответственно, арендатор настроен на то, чтобы эти работы выполнить до 1 мая. Полностью финансируется за счет инвесторских денег.